«Практическая психология». Приветствую вас в эфире программы «Практическая психология». В студии семейный психолог Надежда Бушмелева. Тема программы «Как правильно расставаться». Говорят, с любимыми не расставайтесь. Но в жизни бывают разные ситуации, о которых мы сегодня и поговорим с практикующим психологом, нарративным практиком Мариной Лысковой. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Вот знаете, совсем недавно проводила групповую терапию с семейными парами, да, и смотрели короткометражный фильм «Всего лишь 7 минут» Федора Бондарчука «Плов». И вот сидит там девушка, да, и есть у нее, ну, такая, я бы сказала, весьма классическая история любовного треугольника, да, но кто-то пытается и умеет расстаться, а вот наша героиня главная в этом фильме не смогла расстаться ни со своим мужем, ни со своим новым любовником. Эмоции после просмотра этого фильма у всех разные. И мне вот очень интересно было посмотреть, как на это реагируют мужчины, как на это реагируют женщины. Кто-то говорит, о, вот это да, вот это высший пилотаж, вот это отношение, да. Кто-то говорит, ну, остается вообще просто в таком состоянии непонимания, как вообще такое возможно, и вообще может ли, это наверное, какая-то фантастика, да. Но, тем не менее, тема расставания, она, я думаю, проживается в жизни иногда человеком даже не раз в течение всей этой жизни, да? Да, согласна. Были ли у вас в жизни такие опыты? Ну, вы знаете, мне кажется, от расставания никто не застрахован. Во-первых, даже потому, что все люди смертные, и даже все люди живут, умирают. То есть расставание в любом случае, оно происходит в жизни каждого человека. А другое дело, когда рассматривается расставание в отношениях. Тоже бывают разные. Бывают расставания с любимым мужчиной, бывают с другом, который уехал в другой город, бывают расставания со взрослым ребенком, который покинул родительский дом. То есть расставание расставанию тоже рознь. Да, действительно. И сегодня мы в программе попробуем как раз поговорить про то, как правильно расставаться. И вообще, можно ли научиться этому искусству расставаться грамотно именно с партнером? Вы знаете, я думаю, что можно, потому что вообще можно рассмотреть, какие бывают виды расставания. Такая небольшая классификация. Самое легкое расставание, когда у двух людей, когда-то любящих друг друга, у которых были когда-то взаимные чувства, какие-то общие интересы, вдруг приходит понимание, что чувства просто прошли. Они жили себя, и их ничего не связывает. И в таком моменте, если они поговорили, или это, допустим, совместный поход к психологу, или они сами собой что-то обсудили и поняли, что чтобы двигаться дальше, им надо просто расстаться, чтобы найти какие-то новые взаимоотношения. Это самый легкий такой вид расставания, который вот без проблем. Когда и уже и у того, и у другого партнера, да, можно сказать, не болит. Да, когда они абсолютно на равных, у них уже все, они реально понимают, что просто этот период завершен, он им что-то дал, они вынесли из него какой-то опыт, и надо двигаться дальше. Второй вариант я бы назвала, ну, с оглядкой, наверное, на других, когда люди принимают решение расстаться, но сохраняют видимость отношений, такое иллюзорная видимость хорошей семьи или хорошего брака. Это не очень хорошо в том плане, что идут какие-то двойственные отношения. Для людей мы хорошая пара, а на самом дома, деле, да, мы по разным комнатам. И хуже всего бывает, конечно, детям. Если в таких семьях есть дети, они прекрасно чувствуют фальшь, их никак не обманешь, и они, на них это сказывается. То есть у них немножко портится вот этот пример семейных отношений для них в будущем. И мало того, это сразу же психологическая травма, да? Да. Во-вторых, это потом такие и сценарии жизненные уже. И, кстати, вот эти детки вот таких родителей, повзрослевшие, они все чаще обращаются к психологу. То есть такие случаи были на самом деле. Но и чаще всего говорят, задают вопрос, зачем родители жили и почему они говорили, что это делают ради нас. Да, согласна. Вот такое бывает, потому что они не понимают. Они понимают уже взрослыми, будучи взрослыми, став взрослыми людьми, что каждый человек имеет право на счастье. И то есть счастье не в том, что вот поддерживать какую-то фантазию для других и создавать видимость, а счастье на самом деле быть счастливым. То есть это абсолютно нормальное желание каждого человека быть счастливым. Да, но смотрите,
Тоже. В какой, вот если, например, они там в несовершеннолетнем возрасте переживают, вот мама с папой приняли решение, что они расстаются, это одна травма, да. Если родители живут ради детей, принося, ну, как бы, себя в жертву, да, а потом перекладывают вину за то, что у меня жизнь была такой несчастной, там, да, все это благодаря тебе, я хотела, чтобы у тебя была полная семья, да, то это совсем другая травма. Да, согласна. Тут еще все зависит, вот эта травма, которую бывает нанесена в семье вот эти, этой обстановкой, а как родители друг к другу относятся после развода, как они на глазах у ребенка себя ведут, продолжают ли они уважать друг друга или они вообще в контрах. То есть вот эти все моменты, они, конечно, вот, да. Но в Великобритании проводили исследование, это было в 2012 году, как раз брали подростков, у которых родители развелись, и подростков, у которых родители просто договорились и приняли решение, что, ну да, они не являются теперь мужем и женой, но по-прежнему остаются матерью и отцом для этого подростка. Так вот, эти отношения оказались намного, ну, менее травматичны для ребенка, потому что они были честными. Да. Да, и ребенок прекрасно понимал, что никуда не делся ни отец, ни мать. Да, просто состояние семьи немного трансформировалось. Да, согласна с вами, да. Ну что, а какая же третья у нас, наверное, самый болезненный вариант? Да, вы знаете, самый болезненный вариант, который, в ходе которого, последствия которого могут быть вплоть от психосоматических заболеваний до всяких неврозов, это когда один партнер принимает решение, а второй или не согласен с ним, или категорически против, или не отпускает его. То есть он таким образом объявляет ему протест, он не дает ему права выбора, и вот эта ситуация расставания, она самая тяжелая и самая, бывает, затянувшаяся по времени. Потому что ему очень сложно прийти, очень сложно доказать второму партнеру, почему, как, что, почему так получилось. И в итоге получается, что человека еще мы и комплекс вины вешаем, да, то есть я хотела с тобой жить долго и счастливо, как там, до гроба доски, да, а почему-то жизнь прошла намного быстрее, и я оказалась в разбитого корыта. Да, понимаете, вот когда даже в моей практике бывают такие случаи, что женщины приходят, и они занимают, во-первых, когда им мужчина, допустим, сказал, что давай мы с тобой расстанемся, они занимают сразу обвиняющую позицию, они переходят в роль жертвы и говорят, ну как же так, я ему там все свои годы, лучшие жизни, да он мне ведь клялся по гроб жизни. Они не принимают этого и не хотят принимать. И как тогда будем разбираться со всем с этим? Я думаю, что рассмотрим все варианты, да? Да. При легком расставании, как это можно сделать, да? Второй вариант и третий, самый болезненный, мы тоже с вами рассмотрим. Итак, если люди приняли решение, что они расстаются друг с другом, вот так сели и обсудили это, да? Вообще, часто ли такое в жизни вообще можно встретить? Вы знаете, на равных, как два взрослых человека. Это бывает очень редко, потому что все равно у нас какое-то есть чувство собственничества, что это мой человек, он принадлежит мне, и как это он вдруг куда-то пошел. А меня с собой не зовет. Да. У него какие-то там новые планы, но без меня. Конечно, это держит обида. Но бывает. У меня в практике был случай, там были отношения не очень много. Девушка пришла и сказала, я испытываю чувство вины, когда мы с ней стали разбирать. Она оказалась, что она не может поговорить с своим молодым человеком и обозначить ему, что у нее больше к нему ничего нету. В ходе работы мы поняли, что она просто не поднимала эту тему и просто не разговаривала с ним. Это что, трусость? Да, она боялась его как-то обидеть. И чувствовала вину, что она вроде как изменчится, она вот, ну, хочет как-то свернуть эти отношения. А все закончилось очень благополучно, когда она все-таки решила поговорить с своим молодым человеком. Он ей признался в этом же сам, что он понимает, что у них ничего нет, но ради того, чтобы ее не обидеть, видите, он как-то вот, ну, отношения не держали. Вот и получается, да? Да, и вот этот самый такой способ, который они в дружеских отношениях остаются, они могут решать какие-то там, ну, не знаю, может, поддержка друг другу или еще что-то, какие-то разговоры. Ну, просто отношения переходят на совершенно новый уровень, то есть безболезненно. Марина, расскажите, вот такие есть определенные пункты, да, как правильно, стратегия такая, как правильно можно поговорить, чтобы действительно выяснить, да, вот эти отношения, поставить, может быть, не многоточие, а точку, но это сделать с наименьшими травмами друг для друга. Да. Да, вы знаете, вот если, конечно, вы принимаете решение расстаться, то важно, конечно, соблюдать какие-то определенные, не то чтобы правила приличия, но какие-то определенные этапы этого расставания. То есть сначала вы должны выбрать, если вы твердо решили, вы там испробовали все, что возможно, и у вас ничего не получается,
вы решили расстаться, то вы предлагаете человеку встретиться и поговорить. Uh-huh. Но причем там не у кого-то дома или там не в каком-то людном месте, в котором вы постоянно бывали, а в каком-то новом нейтральном месте. Чтобы... Почему? А потому что если вы любили ходить в это кафе вдвоем или ходить туда с друзьями, и вы придете туда расставаться, uh-huh. то это кафе потом вы просто не сможете, оно будет у вас... переполнена такими эмоциями, переживателями, что это будет хуже для вас. Uh-huh. И поэтому, чтобы не была привязка к какому-то месту, поэтому дома не... Если вы сидите дома на диване, а потом будете садиться и вспоминать, что на этом диване произошел этот разговор тяжелый, uh-huh. то это не очень хорошо. Поэтому все-таки я бы посоветовала выбрать какое-то нейтральное место, такое не совсем уединенное, не совсем людное. Может быть, какой-то там парк, сквер, что-то еще. И вот место такое. Назначить, да, встречу? Да, чтобы да. обсудить. Назначить встречу. Надо ли человека сразу же предупреждать о том, что у меня с тобой предстоит серьезный разговор? Или... Вы знаете, я думаю, что лучше, честнее будет сказать, что я хочу с тобой поговорить, и это очень серьезно. Причем uh-huh. там не допускается никаких там смешков, там иронии в разговоре. Uh-huh. То есть если человек, если я действительно настроена расстаться, и я хочу расстаться цивилизованно, то это надо сделать серьезно. И причем, вот еще это тоже, опять-таки, я хочу сказать это про женщин, да, вот сразу же вспомнила историю, когда мужчина говорит, она мне позвонила, мы там поссорились, она мне позвонила, и так как бы кокетливо говорит, слушай, давай надо встретиться, да, я так обрадовался, букет роз схватил, там, да, прихожу, а она мне заявляет, что она меня бросает. Да, да. Да? Он говорит, ну почему она по телефону сразу же мне не могла сказать, что у меня такой серьезный с тобой разговор, я стою с этим букетом роз, такой весь нелепый, и вот он до сих пор, вот, ну, имеется в виду, вот он как раз пришел с, вот с этими внутренними переживаниями, что да, если да. бы я был готов к этому, даже вот просто бы пока я этот там, час добирался до места, где мы с ней встретились, мне было бы намного легче, пережить это состояние. Мне кажется, это честнее будет к человеку. Поэтому, милые женщины, даже подумайте про интонации, когда вы будете, с какие слова вы будете подбирать, с какой интонацией вы будете это произносить, когда вы предлагаете мужчине встретиться для того, чтобы с ним расстаться. Да. Вот так прямо звучит, как-то встретиться, чтобы расстаться. Мне даже как-то печально стало. Ну да, что? Жизнь состоит из встречи и прощания, это как да. цикл какой-то. Угу. Но если человек принимает решение встретиться с вами для обсуждения, для разговора, то у вас должны быть веские причины. Угу. Вы должны объяснить, почему именно вы решили, что вам пора расстаться. Угу. Вы можете сказать... А не просто потому, что мне сегодня ноготь сломался. Нет, угу. да, как раз вот ноготь ни при чем. Да, вы объясняете, что вот, допустим, там, я не знаю, я там пыталась смириться с этим, но я не могу. Это нарушает какие-то мои жизненные ценности. Или вот я пыталась вот привыкнуть к этому, но тоже не могу. То есть вы должны четко обозначить причину и причем привести аргументы. Не то, что вот я так хочу, uh-huh. не объясняя. Чтобы человек не оставался в неведении, он должен знать причину обязательно. Это тоже будет честность по отношению к нему. Потому что это самое сложное, наверное, да, оставить партнера и он и оставить тысячу и тысячу вопросов, да, да. в его душе, в его да. сердце, почему да, она да, ушла да, или да. почему он ушел. Да, угу. мне кажется, это вот очень хороший вариант, когда человек понимает причину, он не теряется в догадках, он не начинает себя копать, что во мне не так, из-за чего он так получилось. Вот. На этой встрече, если уже разговор заходит, вы объяснили причину, не надо припоминать каких-то бывших обид. Угу. Я там долго так пыталась, что-то ждала от тебя, надеялась. Ни в чем не обвинять человека. Все, это уже произошло, и вы приняли какое-то вот решение. Это уже ни к чему. Вы, во-первых, можете скатиться на повышенный тон. Вы угу. можете начать кричать на человека. Можете его обвинять, обзывать. Может получиться так, что ваше расставание не будет расставанием. И потом человек будет просто вспоминать, каким тоном, как вы с ним разговаривали. То есть вот этот цивилизация в отношениях — это человечное, доброе отношение, когда ты понимаешь, что, во-первых, раз ты принял решение, то ты находишься в какой-то в позиции, да, что все-таки и ты будь добр, относись как-нибудь к человеку по-человечески. Угу. Ты пойми его, что ему очень непросто. Для него ты там, может быть, это решение принимал и переваривал несколько там дней, месяцев, а для него это ново. Годы, да? Да, да. Ты угу. уже внутренне готовился к нему, а ему это как снег на голову. Угу. И поэтому, мне кажется, вот это вот уважение, спокойствие, оно должно обязательно присутствовать, как бы ни было вот, тяжело, потом это можно все дома прореветь, высказать, сходить к психологу, но вот надо как-то постараться себя держать в руках. Угу. Очень важный пункт, действительно. Да, и я бы еще, конечно, хотела отметить, что вот на таком моменте, как
разговор о завершении отношений, не нужно вспоминать каких-то романтических моментов из вашей жизни. Угу. Во-первых, это будет больно, да, человек, вы ему что-то вспоминаете, он понимает, ну и что, что было. Но несмотря на это, что было, она меня оставляет. То есть или они, эти романтические воспоминания, они могут у вас увести совсем в другую сторону. Туда этого разговора не состоится, вы будете нервничать, переживать, а опять выстраивать новый разговор у вас будет не получаться. То есть вот это уход в романтику, он... Вы можете потом, да, да, можете потом тихонечко. Да, несмотря на то, что французы говорят, даже люди, которые выпили чашку кофе, да, и то и уже имеют право на воспоминания, да. Но это, если вы все-таки решились на этот серьезный разговор и расставание, это не повод, да, для того, чтобы, да, бередить себе рану. Да, согласна. Угу. Потому что человек тоже может начать задавать себе вопросы. Вот если же ей так было хорошо, почему же она сейчас меня бросает? Угу. То есть это как-то какое-то несоответствие получается. Ну вот, пожалуй, по этапам все. Ну, я единственное, что могу посоветовать, порекомендовать, наверное, не посоветовать. Конечно, принятие решения расставания, оно дается всем очень тяжело. Угу. И себя можно как-то, саму себя или самого себя можно как-то подготовить вот к такому разговору. Потому что, когда ты подготовлен к такому разговору, ты знаешь, как его правильно выстраивать, как себя вести в каких-то моментах, то и разговор, он становится... может быть, более продуктивным, получится донести что-то до человека. Ну и, конечно же, в процессе вот этого разговора, да, каждый из партнеров найдет ответы на вопросы, потому что вопросов будет очень-очень много. Да. Итак, что же вы, вот прямо как практикующий психолог, да, можете нам посоветовать? Ведь есть такие методики, которые вот сейчас, может быть, человек едет там за рулем, да, или там просто дома в офисе где-то слушает нашу программу практической психологии, скажет, о, вот я как раз сейчас пребываю на таком состоянии, да, вот, ну, что вы посоветуете мне? Мы не советуем, мы даем рекомендации. Рекомендуем, да, да. Знаете, мне нравится очень письменная нарративная практика Дарьи Кутузовой. Она... А вот, кстати, вот мы все с вами называем нарративно, да. Давайте мы немножко наших слушателей введем. Понятно, что это термин, да, но чтобы они тоже понимали, что это за термин. Расскажите несколько слов. Ну, нарративная практика, нарративный подход — это один из подходов психологии или психотерапии. То есть один из. Это целое мировоззрение, целая философия. Он основывается, подход, на том, что человека проблема существует отдельно от человека. То есть, как говорил основатель нарративного подхода Майкл Уайт, что проблема не в человеке, проблема в проблеме. Мне так нравится вот эта фраза. Да, понимаете, вот один из техник вот этого метода, это метод экстернализации, когда проблема, она извлекается из человека, то есть мы про человека уже не можем сказать, что он там ленивый или он там нерешительный. Мы просто можем говорить, что он, к нему приходит нерешительность в таких-то моментах, потому что, как известно, проблема не может на 100% завладеть жизнью человека. Есть какие-то сферы жизни, в которых она, ну, просто не действует, просто не подвластна. И у человека есть какие-то знания и опыт в эти сферы ее не пускать. То есть, если в чем-то она проявляет себя, то куда-то он ее не пускает. И очень важно найти вот эти силы в нем, знания, умения, в которые он не пускает другие сферы жизни этой проблемы. Нарративная практика, она строится на вопросах очень интересных, как говорил Майкл Уайт, что мои вопросы могут показаться странными, но другие, похоже, вам уже не помогли. То есть они основаны на жизненных принципах, убеждениях, кредо каких-то, что в повседневной жизни не так часто возникает, мы говорим, бывает, да, о твоих ценностях, там еще чего-то. Это подход, который полностью ставит клиента. Конечно, это не один единственный подход, который ставит клиента в центральную позицию, но один из. Причем в активную позицию. Да, да. И нарративный практик, он себя не считает экспертом ни в коем случае. Он не интерпретирует, не классифицирует, не... никак вас не разделяет на какие-то ранги. Он всю экспертность отдает человеку, потому что он понимает, что только человек эксперт в своей жизни. И я не могу смотреть на его жизнь его глазами. И я могу просто ему показать тропинки, которые он, допустим, не замечает в ходе его разговоров. И которые могут привести его к себе. Да. А так часто бывает, когда человек приходит с проблемной историей, он рассказывает, и когда нарративный практик слушает, он понимает, что есть какое-то несоответствие. Он, допустим,
человек может заявить, я такой трусливый, я не могу там даже слово сказать. И вдруг в процессе вот терапии, да, в процессе разговора он говорит, там собака побежала, и я заступился за девочку. Угу. А как же так? Как же так, да. Угу. То есть вот нарративный практик, вся его задача состоит слушать, одним ухом слушать рассказ, а вторым ухом и цеплять то, что с проблемой не соответствует. То есть какие-то, вот так и называются, уникальные эпизоды. И уже основываясь, отталкиваясь от их, мы человеку показываем их, мы их, допустим, мы говорим, почему для вас было так важно вот остановить эту собаку, какими принципами вы руководствовались. То есть мы поднимаем выше не только на вот с момента действия, что он просто выбежал, защитил девочку, да, мы обсуждаем, почему это ему важно, чем это продиктовано, что это говорит о нем как о человеке. Да, да, да. И это человека укрепляет в том, что вот он все-таки как-то может и умеет справляться с проблемой, и в нем эти силы есть. И вот от этого ему становится легче. Спасибо большое, Марина. Ну вот мы теперь с вами знаем, что такое нарративная практика, да? И давайте тогда одну из методик вот этого самого направления. Да, вот... Связанной с нашей темой программы. Да, да, да. Я вот как раз и предлагаю вот... Она, наверное, есть, эта методика, конечно, в открытом доступе. Еще раз повторю, это Дарья Кутузова, автор этой методики. Она нарративный практик, причем у нее письменные практики, все, что связано с письмом, кому это близко. Потрясающе, то есть это хорошо можно работает. Взять, да, это очень сильно работает, причем у нее есть и ограничения, и разновидности. То есть человек может выбрать для себя, что ему в данный момент подходит. Актуально. И вот у нее как раз вот эта письменная практика, она так и называется, подготовка к серьезному разговору. То есть это, в принципе, не обязательно к теме расставания. Нет. Это может быть любой, да, любой, например, разговор, решила... который какой-то будет решающим в вашей жизни, каким-то поворотным. Отлично. Тогда нам поподробнее, пожалуйста, хорошо. Прямо по всем хорошо. Пошагово. Просто берется бумага, ручка, в какое-то уединенное место, чтобы вас никто не отвлекал. Важно очень побеспокоиться о своей безопасности, если вы это пишете, но, допустим, боитесь, что кто-то это прочитает и не хотите этого. То есть это все соблюсти важно, чтобы вас не отвлекали звонки, дети, там, что-то еще, шум за окном. Ну, то есть такое погружение, да? Да, да, это полное погружение идет. В своем внутреннем мире. Да, да, да. Первый пункт, вы должны... отвечать надо просто быстро, честно и не особо разглагольствуясь об этом. Первый пункт — это что произошло в моей жизни, голове, сознании или внутреннем мире такого, что вынуждает меня к этому серьезному разговору. То есть вот если в разрез темы нашей, да? Да, если параллель провести. Что произошло такого, что я приняла решение расстаться, да, с партнером? Да, да. Ну, рассматривать на всех уровнях, да? Да, то есть, да, да, конечно. Так. Второй пункт — почему мне важно поставить другого человека в известность о моих обстоятельствах и намерениях, почему я не могу молчать. Тоже очень такая хорошая, да, формулировка, потому что ведь некоторые годами молчат. Да, да, да. И для них вот это важно не наступает. Да, понимаете? Да, да, вот, согласна. Да. Хорошо. Третий пункт, на что я надеюсь в результате этого разговора. Что может возникнуть такого, чего пока нет? Что может быть наилучшим исходом для меня, для собеседника? Что может быть наилучшим исходом для отношений? То есть получается, что мы ставим и себя... Да, задаем этот вопрос, да, и пытаемся со стороны партнера тоже сделать посмотреть хорошо и ему, да. То есть мы не забываем, что мы не только, если разговор происходит между двумя людьми, то мы, естественно, заботимся и о другом человеке тоже. Ну вот насчет заботимся не знаю, вот я тут, наверное, бы поспорила, а то, что мы пытаемся, по крайней мере, посмотреть глазами партнера на ту ситуацию, в которую я его погружу. Ну, вот. Хотя бы я бы могла сказать, заботимся о душевном состоянии. Состояние, да. Да, да, состояние. Да. То есть, если, например, мы понимаем, что если я скажу человеку, что я ухожу из его жизни, и он какие-то начнет делать такие критические шаги, да, а я этого боюсь, ну, там, в связи там, с чем-то, там, да, например, да, у него там, например, душевное какое-то заболевание, там, или еще что-то, да, то тогда мне надо будет рассмотреть ситуацию и попытаться более мягкими способами, да, донести, да? Да, да. Потому что вот часто бывает такое, я думаю, что тоже вы в практике встречали, когда мужчина приходит, сообщает женщине, а она с маленьким ребенком в послеродовой депрессии, что он уходит от нее, да, то вы понимаете, с послеродовой депрессии в норму выйти очень и очень сложно. Да, и согласна. Тогда сколько случаев в жизни в нашем городе бывало, когда женщина просто уходит из жизни, да, оставив этого ребенка мужчине, который принял только что за нее решение, что он вообще уходит от них.
Поэтому всегда взвешиваем каждое слово. Да, и вот как раз эта методика нам с вами дает такую возможность. Так, четвертый вопрос. Чего я боюсь? Каков может быть наихудший исход этого разговора для меня, для собеседника, для отношений? Угу. То есть здесь предполагается, что да, тут разбираются варианты. Когда мы разбираем, нам становится легче от вариативности. То есть я могу предположить, каким исход будет этого разговора. Он может со мной согласиться, он может протестовать, он может сказать, что мне нужно время. То есть все варианты, они должны быть выписаны и иметься в виду, чтобы это тоже для человека, который решил расстаться, не стало неожиданностью. Угу. То есть все варианты тоже рассматриваются. И при этом вариативность у тебя, когда ты это понимаешь, да, ты тоже начинаешь примерять, наверное, вариант развития. Вот вообще стоило ли мне вот это, да, шкурка в выделке? Надо ли мне, необходимо ли? Потому что смотри, как звучит, да? Чего я боюсь? И наихудший исход. Да. Мы не всегда задумываемся вот реально об этом, когда пытаемся расстаться, например, с тем или иным человеком. Угу. Да. Пятый пункт. Чем в том, что у нас сейчас есть в отношениях, я бы ни за что не хотела пожертвовать, вне зависимости от исхода разговора. Что из того, что сейчас существует, мне бы хотелось обязательно сохранить, защитить, уберечь. И почему? Ну, тут про ценность, да? Про ценность. Чем ценен мне этот человек и наши отношения? Да. Вот мне кажется, иногда вот прописывая, отвечая честно на такие вопросы, можешь ведь и передумать вообще расставаться. Можешь и передумать, такая корова нужна самому. Да, можно и передумать, я согласна. Очень хорошая практика. Так. Так, шестой вопрос. Если представить себе, что разговор уже состоялся и закончился оптимальным образом, и вы из этого возможного будущего смотрите назад на сам этот разговор, чем в своих поступках и словах, в том, как вы это организовали, и в том, как вы себя удержали во время разговора, вы могли бы гордиться? За что вы могли бы себя уважать? То есть как вы себя вели во время разговора? Угу. То есть вы... Как бы я себя вел. То есть, да, это мы сейчас просто прогнозируем. Да. Или своего рода проигрываем да? эту историю с этим, с разговором, а потом смотрим на то, как будто же разговор состоялся, и думаем, что я сделала в нем правильно. Угу. То есть такие варианты. Вот, допустим, я себя вела спокойно. Я этим горжусь. Мне это далось тяжело, но я этим горжусь. Угу. То есть такая опора, на что вот можно потом уже при разговоре опираться, что это возможно. Угу. Даже, вот, наверное, можно сначала на листе бумаги это сделать, да? А конечно. Потом это можно сделать и один на один с зеркалом. Да, да. Угу. Это будет как бы усиление такого эффекта. Да, это будет очень хороший вариант. Так, дальше какой пункт так, у нас идет? Седьмой. Угу. Какие ваши особенности, привычки, поведение и прочее могут вам помешать провести этот разговор оптимальным образом? Допустим, если я человек вспыльчивый, и я знаю об этом, я могу это упомянуть, что да, мне вот будет нелегко удержаться в каких-то рамках. Угу. То есть это тоже обязательно нужно прописать, чтобы это потом для себя не стало такое открытием. Да. Угу. Да. Или вот из классической уже литературы пример сразу же у меня всплыл, когда каждый раз мужчина, когда пытался прийти жене сказать о том, что он ее оставляет, она падала в обморок. И когда она приходила в себя, он пугался, она приходила в себя. И он уже дальше не решался продолжать разговор. И это длилось очень-очень долгое время. Он понял, что он не сможет больше ей вот сказать об этом. Он просто написал письмо, чтобы не видеть, как она в очередной раз теряет сознание. Так, восьмой пункт. Что можно сделать, чтобы подстелить соломки и предотвратить пагубное влияние этих особенностей, привычек, поведения на сам процесс разговора? Может, вам могут помочь какие-то внешние средства? То есть, какие-то, может быть, напоминалки, если вы знаете, что вы вспыльчивы, да, может, там что-то взять в ручку, в руку, ручку какую-нибудь, что-нибудь, что будет вам вот конкретно напоминать о ваших способностях, которые могут помешать ведению этого разговора. Великолепная практика есть. Ручка, она может превратиться в орудие. Да, в таких во время вспыльчивых моментов. А вот если, например, на руку одевают резинку, вот слышала такая, о таком. Да? Слышала. Великолепно. Я даже на себе, например, отрабатывала. Когда мне хочется, вот я прямо чувствую, что я теряю контроль, да, я вот эту резинку просто беру, оттягиваю, и она помогает тебе как раз войти в состояние здесь и сейчас и оценить. Да, согласна. Это, вот, мне кажется, состояние. Это очень будет хороший такой вариант, что ты уже знаешь, какие у тебя вот, не очень совсем хорошие черты, что может помешать разговору. Ты делаешь напоминалку. Идем дальше. У нас еще есть несколько пунктов, да? Так, девятый пункт.
Был ли у вас в прошлом опыт успешных, серьезных разговоров? Что бы вы могли позаимствовать оттуда? Если бы только опыт неуспешных разговоров... Если был только опыт неуспешных разговоров, повторение чего бы ни в коем случае не хотели. То есть мы тут с вами анализируем, да, свой собственный опыт. Предыдущий. Да. И делаем, если у нас есть сильная сторона, мы на нее опираемся. Да. Если же слабая, мы понимаем, то тогда надо укрепиться. Да? Да. Это да. Опять-таки вопросы к постоянным потерям сознания. Да. Оказывается, я еще возвращаюсь к этому же пункту, да, оказываясь, когда дальше уже семейный психолог разбирал вот эту ситуацию, мужчина каждый раз пытался женщине сказать, что он уходит от нее, она падала. Да, это же тоже своего рода манипуляция. Конечно же, она четко понимала, почему вдруг ее сознание начинало ее отключать. Да, она просто не хотела этого слышать. Нашла такой способ. Да, у каждого человека свой способ. Да, поэтому мы это тоже с вами предполагаем и используем или не используем. Это все зависит от нас с вами. Хорошо, что там еще за пункты? Так, 10-й пункт очень длинный, но я суть. Несколько был. Прямо да. Суть. Как бы вам хотелось, чтобы собеседник вас слушал? Так, то есть мы с вами должны спрогнозировать, да? Да. Вот для меня идеальный бы вариант, если бы он шел, молчал, а я бы говорила, там, образно говоря, да? Да, или там соглашался с моими доводами, то есть что было бы для вас наиболее вот таким вот... А вот для чего это? Это тоже... А если вот в итоге получится, что совсем все не так, как мне бы хотелось... Но тут надо учитывать, конечно, вот если вы решили серьезно поговорить, вы обезопасили себя вот этой резиночкой. То есть вас не должно уже сбить с толку, что собеседник реагирует как-то не так. По-другому. То есть, да, то есть вы все равно придерживаете свои линии, как бы ни пошло вот ход этого беседы. Поняла. Итак, идеально, да? Если бы как бы вам хотелось, чтобы собеседник вас слушал во время разговора? Отвечаем на этот вопрос честно, искренне, да, но и в то же время. Еще, наверное, у нас есть такие моменты, как, например, вдруг он поведет себя по-другому, то как может он себя повести? Да, ведь вы же с этим человеком, наверное, уже знакомы, вы уже с ним прожили. То вот какие-то моменты там наезда, критики, еще что-то, да, вы уже можете тут же в этом пункте прописать, как я могу прореагировать. Как я могу прореагировать, зная особенности этого человека. Да, то есть совершенно верно. То есть вы должны себя тоже подготовить к возможным реакциям. Даже психологически. Да. Ну и словесно, может быть. Конечно. Да? Но помня о том, что ответственность за разговор лежит на ваших плечах, потому что вы стали инициатором. Да, да. 11-й пункт. 11-й пункт, предпоследний. Что вам известно о том, что собеседник ценит вас и в ваших отношениях? Что может способствовать проявлению доброй воли с его стороны во время предстоящего серьезного разговора? То есть тут, как по вашему мнению, что ценит вас человек и будет вас слушать внимательно в этом разговоре? То есть, может быть, он что-то настолько сильно уважает вас, допустим, уверенность, и готов... Или как экспертность, да? Да, готов слушать. Ну и последний пункт. В какой обстановке должен проходить разговор, чтобы и вы, и собеседник чувствовали себя в безопасности, испытывали хотя бы относительный комфорт, защищенность? Тоже прописываем. То, что мы говорили, да, то есть это выбрать какое-то место... который не будет потом напоминать об этом разговоре. И поставить там определенную точку, да? Да. Хорошо. Марина, давайте еще раз напомним, что это за методика, с которой мы только что поделились слушателями. Автор ее Дарья Кутузова. Это нарративный практик. Она занимается письменными нарративными практиками. И называется «Подготовка к серьезному разговору», которая может применяться абсолютно в любых сферах. Там разговор с начальником, или разговор с взрослеющим ребенком. Абсолютно. Так что, друзья, можете найти это, есть в открытом там доступе в интернете. Если это вам интересно, вас сегодня заинтересовало, то, пожалуйста, щедро делимся, используйте. Мы продолжаем программу «Практическая психология». Сегодня у меня в студии практикующий психолог Марина Лыскова, и мы говорим о том, как правильно расставаться. Ну что, рассмотрели варианты, как подготовиться к моменту расставания, рассмотрели варианты, способы расставания. Но вот есть еще, я думаю, вообще в жизни и в практике у меня... Лично у меня были такие отношения, как незавершенные отношения. Давайте вот вы сейчас с легкой вашей руки расскажете, что такое незавершенные отношения и как с ними быть, как с ними жить, их плюсы и их минусы. Завершенные отношения, конечно, не могут быть с обеих сторон. То есть не важно, кто инициатор. Человек может принять решение расстаться, второй его может просто не отпустить. И вот эти отношения, они, наверное, самые тяжелые.
Это вот один из вариантов, да, когда второй партнер сопротивляется. Бывает ведь так, что ты вроде расстался с человеком, и все равно ты продолжаешь с ним какую-то связь поддерживать, что-то обращаться, может быть, какие-то... созваниваться, иногда встречаться. Услугами пользоваться какими-то, да. Это тоже незавершенные отношения. Хотя у каждого уже своя семья, да, уже свои дети, да? Да. Но, тем не менее, почему-то эти отношения, они тебя или вдохновляют, или опустошают. Вот везде бывает по-разному, да? Ну, начнем с опустошения, чтобы потом закончить на хорошей ноте. Хорошо. Но, во-первых, незавершенные отношения — это, конечно, поглотитель энергии. Так. Еще не помню, в какие года, в 50-е вроде, был произведен такой эксперимент, когда студентам, Блюма Зейгарника его проводила, когда студентам дали задание, двум группам студентам дали задание, и через какое-то время одних остановили, они не завершили это задание, не довыполнили, а вторые выполнили. И потом, когда они проводили наблюдение и тестировали их дальше, оказалось, что студентам, которые не дали завершить задание, они мысленно возвращались в два раза чаще к нему. Их это беспокоило и волновало. То есть в природе есть... И они лучше о нем помнили. Да, они постоянно о нем помнили. Потому что в природе есть определенный цикл. Есть начало, есть середина, есть завершение. Если какое-то любое дело остается незавершенным, мы постоянно о нем думаем. Также и незавершенные отношения. Они как некий такой поглотитель энергии. Мы все время о них думаем. Мы возвращаемся в мыслях. Если, допустим, кто-то считает себя причиной этих разрывов отношений, он начинает в мысли себе гонять, что вам не так, да почему так, а вот если бы это, а если бы то. То есть это вот отнимает энергию очень сильно. Да, вот вы сейчас говорите про незавершенные отношения, а я вот ловлю себя на мысли, что мне тоже чувство незавершенности, оно меня всегда очень сильно напрягает. Я, например, захожу домой, и для меня очень важно, там, чтобы двери были закрыты. Да. Да, вот это. И когда супруг спрашивает, ну почему, не мешает же там в кухне, например, дверь? Я говорю, мне чувство завершенности вот необходимо. Да, это правда. Потому что вот даже у нас в жизни, мне кажется, каждого есть много каких-то мелких незавершенных дел, о которых приходится помнить, сходить там, оплатить счет, зайти в сберкассу, сдать книги в библиотеку. И когда они не завершены, мы постоянно думаем о них. И вот это вот постоянно нас в таком тонусе держит, что надо, ты уже доделай. Да, а что уже говорить про отношения, да, если они незавершенные? Можно ли завершить отношения? Мы тоже об этом поговорим, да, но сейчас мы продолжаем о минусах. Итак, много энергии забирают. Еще что? Так, я хочу, наверное, уточнить тот момент, как понять, что отношения не завершены. Если, допустим, расставание произошло, или развод, или расставание, понять, что незавершенные отношения может... Надежда у одного из партнеров на восстановление связи. Что когда-нибудь он все равно ко мне вернется, и мы будем вместе. Да, вот эта надежда, она надежда, какие-то вот фантазии, иллюзия, самокопание, может быть, даже, что вот если я исправлюсь, то он точно ко мне придет обратно. Или вот еще такой вариант сейчас очень сильно распространен. Встретились какое-то время, провели вместе, да, потом разъехались в разные города, но женщина не может наладить свои отношения вот реальные, да, она все живет вот, что вот там, в другом городе, где-то есть вот моя вторая половинка, и когда-нибудь, может быть, а эта вторая половинка уже давным-давно женилась, там, да, обзавелась детьми, и совсем не думает о том, что нужно еще вот жениться там еще на очередной девушке. Да, а так как мысли у нее связаны с этим человеком, то, допустим, она и новые отношения уже выстроить не может. Почему говорят, что незавершенные отношения мешают твоему счастливому настоящему. Да, все верно. И будущему. Бывает так, что минус в незавершенных отношениях, да, что человек не может двигаться дальше. То есть ему все-таки эти отношения надо завершить, и нужно поставить какую-то точку. Или как клиентка, например, одна говорит, я ощущаю себя, что у меня на каждой ноге по огромной гире, и я, если я делаю какой-то шаг, то я делаю с таким трудом, да, что эти гири меня обратно возвращают. Это тоже тема из незавершенных отношений. Угу. Хорошо, какие есть плюсы? Плюсы? Да. Ну, вот, знаете, вот мне кажется, что плюсов-то вот очень достаточно, потому что... Вот почему люди оставляют эти незавершенные отношения, да? Потому что, оказывается, плюсов намного больше. Да, потому что вот эти незавершенные отношения можно
пустить на благо себе, то есть на развитие себя. Это не самокопание как раз, это может быть, понятно, что там, может быть, если у нас время будет, мы затронем этап проживания вот этого, да, расставания. В каком-то этапе, когда ты не знаешь, куда направить энергию, которая у тебя освободилась, ты направлял, допустим, на близкого человека, она может быть направлена на какое-то создание чего-то нового. Но люди уходят в творчество, они завершают какие-то проекты, они едут путешествовать туда, куда хотели давно, но не могли. То есть они могут себе что-то перенаправить, свою энергию, и во благо себе. Вот. Есть, конечно, тоже ряд вопросов, которые тоже могут помочь. Тоже из нарративной практики. Давайте. Их немного, я их могу озвучить. Да. Отлично. Итак, эта методика работает хорошо на завершение отношений. Правильно? Да. Которую мы сейчас будем делиться. Да, да, да. Я бы сказала, что на отпускание того человека и на завершение, да, вот, что не то, что завершить, а вот уже отпустить, чтобы не болело. В нарративной практике есть такое упражнение, оно называется remembering, то есть восстановление участия. Оно состоит из участие вопроса. Участие с собой, с собой. Нет, восстановление участия того человека. Ага. Да, то есть вы его как бы рассматриваете заново и понимаете, что он был в вашей жизни. Вопросы это такие. Тоже тут можно, они вариативные, если вы придете на прием к нарративному практику, нам даст их больше намного. Но мы кратенько, но по существу сейчас. Вопросы такие, что изменил этот человек в вашей жизни? То есть тут тоже нужно отвечать честно, кратко. Тоже можно письменно, можно устно. Можно письменно, можно устно. То есть что он принес в вашу жизнь? Да, что он там, допустим, более возможным стало с ним. Если бы я попросила рассказать его о вас, чтобы он мне рассказал. То есть мы тоже как бы спрашиваем, что человек вас видел. А как вам кажется, что этот человек мог видеть вас и ценить? Какие навыки и умения вы приобрели, находясь в этих отношениях? Это тоже немаловажно, потому что если вы были вспыльчивы, а партнер ваш степенен, то он мог научить вас спокойствию. И это вот очень большой плюс даже при таком развитии. Или именно при этом партнере вы чувствовали себя, да, вот там красоткой такой, неповторимой, там еще что-то, да? То это тоже дорогого стоит, да? Да, да, вы будете на это опираться уже в других отношениях. Отлично. Как могут измениться ваши отношения с другими людьми, если вы будете каждый день помнить, что у вас есть это? То есть вы признаете какое-то свое новое качество, которое получили благодаря этому партнеру, и которое может будет вам помогать в построении новых отношений. То есть благодаря тому бывшему партнеру вы можете уже начинать строить новые отношения. Да, новые отношения. Ну вот этот и опор, что из этого может стать вам опорой, что становится более возможным с таким опытом. Если человек, да, он вам привил какое-то спокойствие, то это какие-то новые возможности для вас открываются. Если ваша вспыльчивость там не давала там, вам заниматься каким-то видом деятельности или знакомиться с какими-то людьми, то это сейчас становится вполне возможным, потому что это есть вас. Это уже часть ваша. Да. И зная о том, какой вклад внес этот человек в вашу жизнь, что бы вы могли сейчас сказать этому человеку? Ну, тут обычно, конечно, волей-неволей напрашивается благодарность. Да, потому что на самом деле, когда ты сидишь, это разбираешь, ты можешь уреветься весь, можешь, будет тебе тяжело и больно, но ты когда поймешь, что несмотря на то, что расставание это очень тяжело, вот эти моменты найти, и который дал тебе человек, который научил, что-то привнес в твою жизнь, какие-то ценности у тебя появились, то это вот очень хорошо. Ну вот смотрите, я вот сейчас вас, Марина, слушаю, да, и понимаю, что иногда, ну, нам вообще, женщинам, свойственно фантазировать, да, вот мы, мужчинам, можем легко раздавать авансы, вот как бы, да, и вот мы, проведя какое-то определенное время вот с этим партнером, да, не завершив отношения, мы его идеализируем. И вот когда ты начинаешь вот эту практику делать, да, ты понимаешь, ну, вообще-то шкурка выделки не стоит. Да, дал он тебе что-то или нет? Да, то есть даже с точки зрения, что, может быть, мне уже пора его давно отпустить, чтобы двигаться дальше, да? Да. Отлично. Вот эти вопросы, мне кажется, вот письменная практика нарративная, она очень хорошо проясняет то, что вот глубоко где-то внутри сидит, но ты не можешь понять. И когда правильными вопросами, ты это достаешь из себя и понимаешь. Да, действительно. Но еще бы хотелось, так мы с вами проговорили про незавершенные отношения, все-таки вы за то, чтобы завершать их? Или же вот вам нравится, что плюсов там у них очень много? Вы знаете, моя личная точка зрения, очень много бы проблем и расставаний удалось бы избежать при помощи простых разговоров. Вот обычные человеческие разговоры. Люди
умеют или не могут, или не хотят озвучивать, что их беспокоит. Из-за этого развивается какое-то непонимание, отторжение, неприязнь, обида. То есть очень много можно было избежать, если просто... Сесть и поговорить, да. Я, конечно, за то, чтобы отношения сохранялись, но если вы понимаете, что они вам не дают двигаться дальше, они вас тормозят и затягивают куда-то вниз, то, скорее всего, что лучше эти отношения оставить. Как ставить правильно точку? Расскажите. Правильно точку. Вот, мне кажется, вот эти все этапы, которые вот нужно соблюсти, это и... уважение к партнеру, которому ты это говоришь, и воспоминание то, что он тебе дал, и очень честный разговор с собой, действительно ли ты хочешь, или ты, это твой способ манипуляции. И, конечно, есть одно такое небольшое упражнение, оно так и называется «Точка». Если хотите, я его... Очень хотим, очень. Сегодня прямо мне нравится сегодня наша программа, потому что кругом вот прямо вам берите инструмент, да, даем слушателям, и пользуйтесь. Итак, практика под названием «Точка». Что необходимо для этого? Вы берете просто листок бумаги А4, ставите на него точку и, глядя в эту точку 10 минут, представляете, как все ваши эмоции, все ваши чувства выходят из вашего сердца через область между бровями и сливаются в эту точку. То есть то, что вы чувствуете на данный момент по отношению к этому человеку, то, что вас, может быть, не отпустило, обида, раздражение, жалость к себе. То есть вы все эти эмоции забираете и вот мысленно выводите их через область третьего глаза. И вы проговариваете внутренне или вслух: «Я ставлю точку в наших отношениях». Если у вас такое затянувшиеся вот эти незавершенные отношения вы хотите, то это можно делать почаще, можно делать там 10-15 минут, прямо вот проделывать там каждый день там, на протяжении месяца, допустим. То есть это своего рода такая договоренность с самим собой. Да, ты договариваешься о том, что все, тебе эти отношения не нужны, что ты уже хочешь их завершить. Да? Да. И мне осталось только убедить саму себя в этом и поставить вот эту зрительную точку. Да. Потрясающе. Вот вижу тут, нужно выполнять по 10-15 минут каждый день. И можно, так написано, в течение 28 дней. Прямо как, знаете, как доктор прописал, да, по рецепту, да? Почему 28 дней? Ну, сила привычки, наверное, то, что все-таки она, как бы, ты сам начинаешь в нее верить. То есть, если ты сделал раз-два, то ты не понял. А если ты какое-то продолжительное время, то это уже... Систематически, да, то уже настрой такой у тебя боевой, и ты, глядишь, готова уже эти отношения завершить, которые, ну, например, изжили себя, да? Вот смотрите, любые отношения, это ведь, можно сказать, всегда по-живому, да? Это люди вместе жили, вместе мечтали, вместе наслаждались, вместе страдали, но это все вот, да, все из нашей с вами жизни. Да. И даже если... мы с вами пришли к мысли о том, что да, пришло время расставаться, то помните о том, что расставаться нужно с благодарностью. Вот как вот научить... А человек кипит боль, эмоции, состояние того, что меня тут бросили, или наоборот, я кого-то бросил, да? Вот как тут в такие минуты еще и благодарить человека за то, что... Вы знаете, Надежда, вот я могу сказать, что всему свое время. И вот... этапы расставания, они тоже имеют быть, они похожи на этапы проживания горя или утраты. То есть сначала, естественно, это идет, когда вас поставили в известность, что с вами хотят расстаться, это, конечно, идет шок и отрицание. Нет, такого быть не может, да? Да, это не со мной. Почему я, почему он уходит, собирает чемоданы? То есть это отрицание, и я могу сказать как практик, что на этом этапе помощь психолога абсолютно бесполезна. То есть вот даже если друзья зададутся целью вот в этот момент сразу схватить человека и бежать к психологу, то этого делать абсолютно не надо. То есть человек, вот, он должен вот в этом состоянии, просто вот это шок и отрицание, оно как защитная реакция для психики. То есть такая душевная анестезия, да, чтобы выжить вот в этой боли. Через какое-то время приходит злость. Ее обязательно тоже надо прожить, надо проговорить, прописать. Можно сходить к психологу, можно поговорить с друзьями. А вот не в себе оставить, да, чтобы злость начала разрушать вас изнутри. Да. Понимаете, вот это вот все психосоматические состояния не возникают на этом этапе. Когда вы в себе все консервируете, это у вас через кожу, через... Вот выходит
выходит, начинает болеть горло, потому что вы не можете сказать, злость выходит через кожу в виде аллергии, нейродермита от какого-нибудь. То есть ваше тело уже кричит, что вот, избавь меня от этого. Я больше не могу. Да, я не могу это. То есть это вот самый первый такой показатель, что у вас очень много вот этих непрожитых эмоций. А потом, после вот этого этапа злости, да, вот этот этап чем хорош, то, что вы можете сходить к психологу и проработать хотя бы то, что вы хотели бы сказать партнеру, но вы не могли. Или вы там, может, вам какие-то моральные принципы не позволили кричать, там, материться на него или там бросать на него тарелками. А с психологом все это можно. А это все можно провести, техники есть разные. Да, можно бар-терапии, более цивилизованно. Можно прям там побить подушку, психолог найдет, как помочь. А потом начинается этап такой, я бы сказала, сомнений или надежд, когда начинаешь, эта злость проходит, и начинаешь думать, а вдруг вот если бы я поступила так, то он бы, наверное, не ушел. Или, а вдруг вот если я вот так, то он, наверное, вернется. Нет, этого уже не будет. Да, ты себя надежды какие-то. Самообман такой. После этого, когда вы понимаете, что человек не возвращается, вы покопались вроде в себе, а он как бы не думает вернуться, значит, все, у вас начинается такая, ну, я бы сказала, что это депрессия. В зависимости от того, какой продолжительности состояние были. Отчаяния, да, отчаяние, что очень тяжелое. Но я тоже считаю, что его надо прожить. Да, и вот на этом этапе, кстати, да, тоже психолог, психотерапевт помочь может. Да. Потому что наедине с этим состоянием невозможно остаться и справиться. Да, я согласна, что это вот... Это такой период полного опустошения, разочарования, в других людях разочарования. Кто-то из крайности в крайность, он сразу же выпрыгивает в новые отношения, но это он не спасается. Обрекает себя изначально на повторение того же самого сценария, чаще всего. И вот когда время проходит вот этого состояния такого не очень хорошего, да, потом уже начинает приходить смирение и благодарность к тому, что дал партнер, и прощение. И вот когда вот эти этапы, когда ты искренне чувствуешь, что да, ты благодарен за то, что вот он это, и приходит прощение, ты можешь ему сказать спасибо, и ты понимаешь, что тебя там уже не цепляют, там какие-то фотографии или там, что ты его там где-то увидела вдруг не случайно. Все, ты понимаешь, что тебя отпустило. И вот остается такая вот, ну, чувство благодарности за то, что этот человек и вас связывало прошлое, да? И в этом прошлом, наверное, было много чего хорошего. Конечно, я думаю, что в любых отношениях есть за что поблагодарить и что вспомнить. Ну что, вот такая у нас сегодня получилась программа. С вами «Практическая психология», семейный психолог Надежда Бушмелева. А сегодня программа «Как правильно расставаться». И мы эту программу рассматривали глазами Марины Лысковой, практикующего психолога и нарративного практика. Ну что, спасибо, Марина, вам большое. Вам. Всего доброго. Всем доброго. Отличного настроения, любви и счастья. Практическая психология.